Всем привет, здравствуйте. Меня зовут Газизов Марат, компания Альпари в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас среда, 3 число. Ежедневный обзор финансовых рынков, торговля без индикаторов. Значимые события на этой неделе повторять я не буду. В принципе, сами можете посмотреть. Это, естественно, на этой неделе состоялось решение, было принято решение Банком Японии выделить дополнительные средства для стимулирования экономики там на гигантскую сумму. То есть вертолет с деньгами запущен. В четверг будет заседание Банка Англии по поводу процентных ставок, да, плюс там дополнительное стимулирование экономики в размере 370 миллиардов фунтов стерлингов, плюс голосование надо посмотреть. И в пятницу, естественно, пресловутый non-farm payrolls. В принципе, для меня кажется, что особой роли это уже как бы краткосрочно это будет оказывать некий эффект. Но по большому счету, я думаю, что рынок уже выбрал направление основное. Соответственно, да, скажем так, эти новости помогут США, помогут, скажем так, войти в рынок достаточно на хороших уровнях. Ну а теперь переходим непосредственно к теханализу. Смотрим на экраны. Ну и традиционно, если у нас проблемы со связью, пожалуйста, отобразите эту проблему в чате. Всем привет, да. Так, ну что ж, поехали. Здравствуйте, Михаил. Евро-доллар, начнем с евро-доллара. Евро-доллар недели ничего не изменилось. Зигзаг сформирован. А, Б, С. Если мы берем данную нисходящую тенденцию, попытку ускорения тенденции, то, в принципе, структура готова для того, что, скажем так, если цена с этих уровней, не коснувшись верхней границы канала, задует падение, может быть, скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе. То есть, если на этой неделе мы не улетим наверх вот так вот, да, сильно, то, скорее всего, на следующей неделе начнется вот такое снижение вниз. Возможно, будет такое снижение. И уже здесь будет сформирована опорная точка. Она, в принципе, уже сформировалась. Вот, пробитие которой надо использовать для ожидания дальнейшего снижения вниз, ниже предыдущего данного впадения, в рамках данной тенденции, вот этой тенденции вниз. Но в текущем моменте позитивный рост наверх сохраняется, особенно это выражено на дневном графике. Посмотрите, пожалуйста, вот эта разметка, трехволновая структура в рамках восходящего канала, она оказалась пробитой. Теперь она является уровнем поддержки. И плюс еще при пробитии данной опорной точки состоялось обновление предыдущей вершины, благодаря которому, собственно говоря, я и поставил вот эту вот линию тренда. Теперь смотрим, да, затем, как рынок будет здесь себя вести, в плане того же, если произойдет такое вот падение вниз с этих уровней, да, не коснувшись верхней границы канала, ну тогда можно будет еще раз здесь открывать позицию в плане продолжения тенденции вниз, то есть продавать евро против американского доллара в расчете на обновление вот этого уровня, то есть ниже предыдущей впадины, только вот после вот пробития вот этой опорной точки, вот этой синей. Но опять же повторяю, это в том случае, если на дневном графике мы будем торговать вот именно в этой тенденции, и рынок подтвердит настроение вот этой снижающейся тенденции вниз. С другой стороны, на часовом графике позитивность рост сохраняется в связи с тем, что были пробиты очень важные уровни по евро-доллару. Соответственно, на часовом графике необходимо ожидание структуры для того, чтобы торговать в этих структурах в сторону основной тенденции. И вот вчера в своих комментариях я говорил о том, что здесь достаточно сложная ситуация с тем, что если смотреть часовой график, то здесь налицо три уровня сопротивления. Мы видим, и была такая ситуация, связанная с тем, что если бы цена до этих трех линий бы не дошла, и с этих уровней бы пошла вниз, тогда бы можно было говорить о том, что коррекция трехволновая завершилась, и рынок готов возобновить свое снижение вниз. Но вот в связи с тем, что рынок, посмотрите, протестировал два уровня вот этих, да, для меня очень важное значение имеет, как цена ходит в этих тенденциях, да, от линии к линии.
И вот здесь вот некое такое, некие сомнения у меня возникли. Раз у меня возникли некие сомнения, да, то, естественно, уже однозначно торговать в этой ситуации достаточно сложно. Плюс еще такой момент. Текущий момент, текущая ситуация, рынок второй раз корректировал линию поддержки, окончательно из нее вышел. Сейчас она давит вниз. Но в любом случае, пока эта ситуация вот такая вот имеет такую форму, от до предыдущего впадины данное снижение воспринимаю как коррекционный откат перед возможной попыткой формирования новой вершины пробития. Либо это может быть сформирована разворотная вторая вершина без пробития предыдущей, то есть для того, чтобы сформировать канал, разворотный канал вниз. Вот это как разворот, вот и возобновление снижения вниз. С другой стороны, краткосрочно посмотрите, вот данное снижение вниз рассматривается как коррекционный откат от подъема, от этого подъема наверх, коррекционный откат. И если цена вот таким образом с текущих уровней возобновит свой подъем, то есть структура внутри вот этого коррекционного отката, она уже выраженная, пробитие которой вызовет, я считаю, попытку пробития предыдущей вершины. Вот здесь вот buy. Здесь можно вот именно с этих уровней, если цена вот с этих уровней возобновит подъем, можно будет покупать в расчете на отработку модели зигзага и дальнейший рост наверх. С другой стороны, если все-таки просадка будет серьезная, может быть даже с проколом предыдущей впадины, ну тогда ждем вот формирования канала, да, вот этого гигантского канала вниз. Вспоминаем, да, критерии разворота тенденции. Должны сформироваться определенные, скажем так, определенная картина должна сформироваться для разворота. То есть вот вторая вершина и канал, и то есть если цена вот так вот пойдет вниз, вот канал вниз. А краткосрочно пока вот это движение как коррекция с возможным подъемом наверх. Вот такая картинка, которую мы сейчас здесь наблюдаем на часовом графике по евро-доллару, очень хорошо сейчас реализовалась по британцу. Вот как раз к британцу переходим. Я открыл позицию в покупку. Вот здесь вот. Кстати, еще большая часть позиции у меня закрылась по стопу. Тут вот австралиец закрылся по стопу. Ну, безубыточному, да. Вот. Баланс получился неплохой, торговля оказалась неплохая. И вот здесь вот, посмотрите, одно сота лота и очень хорошая прибыль по ней идет. В принципе, нормально. То есть здесь японская иена продолжает укрепляться и британский фунт. И вот к британскому фунту я добавился. В чем здесь смысл? Если рассматривать британский фунт на недельном графике, мы видим, что достаточно уверенный позитивный рост последние две недели, да? Вот. И предупреждал, что в этой ситуации внутренняя структура уже здесь есть, вот впадина, да? Осталось дождаться формирования волны С, то есть А, Б, С, третьей волны, волны С. Какой сильный будет подъем, сказать сложно, но я лично жду, что, скорее всего, попытаются перекрыть вот этот должок, да, гэп. Вот. Ну и плюс еще отмеренный ход, если смотреть, то размер зигзага, да, то есть волна А приблизительно равна волне С. Вот потенциал. Очень хорошо это наблюдается на дневном графике. Тем более, что на дневном графике, посмотрите, была пробита опорная точка, вот он мой сигнальный уровень. Я здесь открывал позицию в покупку, держу. Удалось удержать эту позицию, цена пошла наверх, сейчас добавился в расчете на то, что пойдет реализация этой разметки наверх с целью пробития данной вершины. Вот. Тогда будет сформирован зигзаг полноценный. И вот здесь уже надо будет наблюдать, каков характер подъема будет. Да, вот здесь вот. Либо мы... У меня семинар, перезвоню. Либо мы здесь нужно будет наблюдать за характером движения цены. Если все-таки мы коснемся верхней границы канала, тогда будет очень сильный подъем наверх. Причем граница этого подъема практически определить невозможно. Ну понятно, да, пробитие предыдущей впадины данные вот здесь. Вот. Плюс здесь нет никакой структуры, соответственно, подъем может быть очень сильный. При условии, если цена вот в этом движении все-таки коснется верхней границы канала. То есть вот если вот так вот, да, хоть чуть, на чуть-чуть, тогда помните, да, разворот, небольшой коррекционный откат и вот такой рост наверх. Если же цена при этом подъеме, который мы сейчас наблюдаем, все-таки не сможет дотянуться до верхней границы канала, а где-то здесь остановится, ну тогда при возврате к линии поддержки это усиливает сигнал на хорошее снижение вниз. С пробитием уже вот этих опорных точек вниз. Потому что здесь будет наблюдаться замедление, потом выход, формирование второй вершины и уже окончательно разворот тенденции вниз. Вот, собственно, так. Сейчас позитивный рост.
Соответственно, надо искать возможность покупать. Очень хорошее настроение у рынка. Посмотрите, вот была попытка ускорения тенденции. Вот здесь вот, вот видите, да, хвост. И сформировав коррекционный откат в виде зигзага ABC, посмотрите, была реализация этой позиции, то есть вот она, разметка сработала. Здесь я добавился на пробитие опорной точки. Ожидаю, что с этого движения рынок попытается обновить предыдущую вершину. В связи с тем, что здесь была попытка ускорения вот этой тенденции наверх. Ну, собственно говоря, плюс еще были пробиты локальный важный уровень. И цель этого подъема, я решил все-таки вернуться к Фибоначчи, потому что волны Фибоначчи явно участвуют в формировании, вернее, уровни Фибоначчи явно участвуют в формировании волнового цикла Эллиота. Соответственно, надо, нельзя игнорировать уровни Фибо. Но по моим наблюдениям, как правило, после таких резких падений рынок обычно корректируется либо до уровня 28, либо до уровня 38. То есть вот где-то в эту область с текущих уровней, да, я ожидаю подъем в район. Ну, первая цель это будет 28. Ну, вот сюда вот, в район 38. То есть раз 28 уже взяли, значит в район 38. Ну вот как раз это все совпадает, и плюс еще волновые циклы здесь, 1, 2, 3, 4, 5, А, Б, С выраженная, плюс здесь где-то пятиволновку можно сейчас искать и ждать. Раз здесь пятиволновка явно выраженная, соответственно, это здесь зарождается импульс наверх. И выброс этого импульса должен сопровождаться пробитием уровня точки А, А, Б, С, да? То есть, извините, это окончание пятой волны. Как фактор формирования тенденции наверх. Ну и плюс это все совпадает с дневной разметкой. То есть сейчас фунт очень настроен для дальнейшего роста. Даже если цена вот сейчас не пробьет предыдущую вершинку, вот эту, да, свалится ниже предыдущей впадины, все равно это будет зигзаг перед дальнейшим ростом наверх. Здесь я буду все равно добавляться, потому что даже вот в этом коррекционном откате цена не дойдет до линии поддержки. Вот если она не дойдет и начнет подъем, будет гигантский зигзаг ABC, и здесь я все равно буду покупать. То есть я решительно настроен в покупку британца против американского доллара. Любые провалы вниз, вот, первая, вторая, третья есть. Первая, вторая, третья сформируется волна, все равно я буду покупать. Вот и, собственно говоря, настроен жестко только покупать. Продажи здесь даже не рассматриваю. На заседание Банка Англии, там будет какая-то интересная информация, ситуация с тем, что как-то уж слишком борзо британский фунт после вот такой просадки по поводу Брекзита пошла наверх. Ну и плюс еще мне удалось посмотреть объемы фьючерсные. Вот здесь вот максимальные объемы вот с этого момента движения вниз. Вот где-то вот в этой области было накопление гигантских объемов фьючерсных контрактов. И, соответственно, здесь, раз мы ушли выше, здесь набора позиций по фьючерсам, соответственно, похоже, здесь в рынок вошли большие деньги. Соответственно, рынок будет пытаться продолжить вот этот рост наверх. Так что по британцу только наверх. И вот эта картинка, посмотрите, видите, на часовом графике по британцу вот этот коррекционный откат очень сильно напоминает по евро-доллару. Вот только что я вам комментировал. Вот, посмотрите, вот точно такая же картинка. Поэтому, если вдруг внезапно случится вот такой резкий подъем, то, в принципе, надо ловить момент для входа в рынок после пробития вот этих вершин. Единственная проблема до такого роста наверх, повторяю, да, это вот эти три линии сопротивления, канал. Вот он канал, тяжелое будет движение наверх по евро-доллару. И плюс еще следующий момент. Если рассматривать данное движение с точки зрения волнового цикла, то мы здесь видим первая, вторая, и вот пошла третья волна. Вот в этой третьей волне что мы здесь видим? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна. То есть это окончание полного цикла. Первая, вторая, третья здесь закончилась. И закончилась пятая волна в третьей волне. Соответственно, в этой ситуации можно дать вот такого коррекционного отката, который здесь я, вот я отобразил. То есть просадка вниз может быть очень серьезная. Но в любом случае, раз это будет третье, окончание третье, здесь сейчас развивается четвертая волна, то любую просадку снизу надо искать возможность покупать, да, вот в этом плане. Единственная такая ситуация, если вот произойдет все-таки пробитие вот данной опорной точки, получится зигзаг наверх, и уже только потом уже ни о каком разговоре о покупке, здесь уже после пробития этих впадин вести речь нельзя. Сейчас очень интересная ситуация по евро, но я пока вне рынка,
буду основное направление искать именно по британцу, доллар британский, британский фунт. Дальше российский рубль. Российский рубль сегодня открылся смешанно. Посмотрите на дневном графике. Недельный график уже понятно. Вот вчерашнее закрытие доджиком, сегодня опять такое смешанное закрытие. То есть вот то, о чем предупреждал. Либо коррекция будет, должна быть глубокой, вот такой вот, да, либо цена может здесь просто отстояться в боковой тенденции, как это было вот здесь, да, вот, вот, вот здесь вот. А наиболее наглядная картинка очень похожа была вот здесь, посмотрите, я сейчас покажу, где она тут была. Ну, вот приблизительно вот такая картина, вот, вот здесь вот, вот такая же картина. И рынок после коррекционного отката АБЦ, посмотрите, не смог взять низы начала вот этого подъема. Вот здесь вот такая же картинка, в принципе, может сформироваться, вот, то есть вот так, вот боковой какой-то треугольник, бок или консолидация. То есть уже, если провала не будет низ, то после пробития этой вершины надо будет ждать дальнейшего такого хорошего укрепления доллара против российского рубля. В принципе, вот именно так, этот сценарий я сейчас в приоритете. Хотя, в принципе, если цена присядет и возобновится подъем, тоже, в принципе, в этом ничего, сюрприза никакого не будет для такого вот подъема наверх. Вниз движение пока не рассматриваю. Это у нас российский рубль. И на часах здесь сложно сказать, что будет, какую формацию ловить. Но вот вы видите, здесь боковая консолидация, значит, это четвертая волна формируется здесь. Четвертая какая-то здесь, ну скажем, первая, вторая, какая-то третья, четвертая, перед дальнейшим ростом наверх. Вот. Либо этот консолидация сужающаяся может выразиться в клин, раз, два, три, и наверх, движение наверх. То есть любая просадка должна откупаться. Это у нас российский рубль. Идем дальше в канадец. Идем в канадца, да. Вчера интересно такой момент был по канадцу. Посмотрите, вот эти вот шпилеобразные движения с резкими отскоками, да, как раз и характеризует неопределенность. Но что, определенность, неопределенность, но тем не менее, вот эта вот тенденция, вот эта вот хитрая тенденция, которую я случайно увидел, вот эта вот тенденция, она пока еще жива и актуальна, да. Единственное, она имеет такую форму клина, вот, но этот клин был актуален, пока не была не пробита предыдущая падня. Сейчас это уже полноценная тенденция. Соответственно, торговать надо вот в этой тенденции. Единственный момент, чего должны опасаться, вот таких резких провалов, выход из этого канала, тогда вот пробитие опорной точки сформирует окончание коррекционного отката А, Б, С полноценный, да, классическая форма коррекции и возобновление движения вниз с целью обновления предыдущих падений при пробитии данной опорной точки. Пока рассматриваем потенциал хода наверх, то есть позитивный рост. Смотрим на часовом графике. Вот. Посмотрите, структура здесь вот, по канадцу, да, вот забавная такая ситуация была. Вот. В чем забавность? Ломает мою стратегию. То есть сейчас канадец в этой ситуации практически не отрабатывает мои базовые принципы. Связано, посмотрите, вот с этим движением, да, вот здесь была попытка ускорения, сформированный полноценный разворотный канал, как разворот этого движения вниз. При таком коррекционном откате слабая коррекция внутри канала ожидается и уже возобновление обновления впадины. Да? Но мы видим резкий выброс наверх. И здесь уже был сформирована попытка разворота тенденции. Вот, выход за нисходящий канал. В такой ситуации обычно рынок, если проваливается в нисходящий вот этот канал, коррекция обычно слабая от этого подъема. С целью дальнейшего роста наверх. То есть формирование второй впадины, как разворот этой тенденции. Но здесь посмотрите, что произошло. Опять обвал резкий. Правда, в этом движении вниз мы не смогли обновить впадину. Вот. И вот с этого движения, без обновления впадины, опять обновили эту вершину. То есть, вот видите, как бывает, да? Конечно, классика бы жанра была бы какая? Небольшая коррекция, обновление этой вершины. А здесь вот это обновление вершины состоялось. Вот видите, да? Вот оно. Вот здесь вот только что, да, но вот после такого резкого сваливания вот тенденции. Ну, вот такая ситуация, да, очень плохо отработала. Но, тем не менее, канал наверх уже есть, вот он канал есть. И причем есть уже попытка, видите, ускорения вот этого канала наверх. Соответственно, ждем трехволновую структуру. Ну, здесь я уже боюсь что-либо прогнозировать, вот после такого резкого движения, да, вот.
Ну что, опять вот такое рисовать, что ли, для того, чтобы потом опять наверх уйти? Я вот сложно сказать мне. Ну, давайте опять гадать не будем. Ждите три движения, да? Помните, раз непонятно, либо не торгуем, либо ждем три движения. То есть обновили вершину, значит, тенденция наверх сформировалась. После обновления вершины ждем коррекционный откат вот к этой впадине. Главное, чтобы до этого впадения рынок сформировал структуру. Либо классическую форму коррекции, три волны, да? Вот этот момент, он помогает вам, скажем так, избежать гаданий. Пусть рынок сделает три таких наката, да, и уже потом на движение наверх, разворот, да. Либо пусть он сформирует какую-то усложненную форму коррекцию с замедлениями, да, с выходом из канала, формированием второй впадины. То есть вот, чтобы вот до этого движения, вот до этой впадины, вот такую усложненную форму коррекции, ничего страшного. Тогда мы отрабатываем критерии, да, разворот. Вот он канал, пусть он здесь нарисует все, что угодно, пусть он закончит это движение вниз. И дальше что? Замедление, выход, формирование второй впадины, вот такой вот. И уже потом окончательный разворот тенденции наверх. Тогда здесь будет сформирована краткосрочная тенденция наверх, вот такой канал. И уже тогда смотрим на продолжение тенденции. Вот такой момент. Сейчас по канадцу, вот сейчас сложно что-либо мне говорить. Но буду ждать вот такую структуру. Либо усложненную форму коррекции, либо, скорее всего, здесь будет сформирована уже классическая форма коррекции, все-таки с небольшим откатом вниз, и потом возобновление движения. То есть вот такой момент надо ждать. Вот такую структуру по канадцу. Надеюсь, понятно, да? Дальше поехали. Швейцарский франк. Швейцарский франк продолжает консолидироваться. Правда, вчера смогли обновить впадину, и тот паттерн, который давал, где можно было продавать, я, честно говоря, сам я не захотел торговать в сторону снижения, но тем не менее, как ни странно, вот разметка от себя реализовала, да. Недельный график пока что после обновления впадины скорректировался. Сложно сказать дальнейшее движение в этом плане. Тут может быть коррекционный откат очень сильно наверх, может быть отсюда дальнейшее снижение, если возобновление движения вниз. Почему? Потому что, вот посмотрите, вот в этом падении, да, вот видите, да, никакой структуры внутренней нет. Вот как это было здесь. Обычно после такого падения рынок отскакивает на 28 и, по-моему, ну, то есть в район 28%, 23%, да, коррекционный откат, вот, 28, 23, извините. И обновляет впадину. Либо после такого падения, как это было, например, здесь, посмотрите, какой резкий отскок был. Здесь то же самое. Соответственно, ждать отката наверх в район 23,5 вот сюда вот, да, и где-то, может быть, здесь отсюда искать возможность какие-то продажи совершать. Но это FIBA, по FIBA вот 23, либо 38,2, да, вот отсюда вот. Тоже можно искать возможность для продаж. Дневной график пока идет вниз. Вот здесь вот на часовом графике, посмотрите, вот эта структура, которая была здесь на часовом графике, вот он, посмотрите, реализовалась, вот видите, А, Б, С. Вот так криво, но отработала модель себя и обновила предыдущую впадину. Соответственно, делаем вывод, да, вот коррекционный откат. Пока эта вершина не пробита, рынок уже сформировал структуру, вот она трехволновая, раз, два, три. Если с этих уровней без пробития предыдущей вершины рынок обновит впадину, почему бы не продать, да, вот здесь вот. Кстати, фунт мощи живой. О, живой еще. Надо же. Тогда почему бы здесь не встать вниз? Как это сделал британский фунт, пробой опорной точки и движение дальше вниз. Вот такая ситуация на часовом графике по доллар-франку. Но опасность вот этой структуры в том, что, ну, видите, да, вот слишком сильное падение может вызвать и хороший отскок наверх, и в то же время он может здесь застрять в боковой тенденции и возобновить обновление, то есть возобновить свое снижение. Я все-таки склоняюсь вот к такому варианту событий, то есть небольшой коррекционный подъем для дальнейшего снижения вниз. Ну, хотя бы с точки зрения того, чтобы сделать три маленьких добоя, да? Диагональный треугольник, помните, как это было здесь? Резкий подъем, диагональный треугольник или три маленьких индейца, то же самое здесь. Но эта разметка будет актуальна при условии, если цена вот в этом подъеме сейчас, который мы наблюдаем, не пробьет вот эту вершину, да, то есть вот эту вот линию. Вот. Тогда это будет хорошая возможность где-то здесь попытаться снова встать наверх, уже в обратную сторону, в отличие от этого движения. Пока позитивную продажу, буду искать возможность продать доллар против швейцарского франка при условии, пока цена не пробила
вот эту вот вершину в районе 97.03. Потому что, еще раз повторяю, есть готовая структура. Так, это франк, идем дальше. В рубль уже объяснил. Новозеландский доллар. Сегодня с утра новозеландский доллар падает. Вот как раз подтверждая мое нежелание сейчас торговать по новозеландцу. Почему? Потому что дневной график, видите, да, вот та структура, где нет никаких разметок, как по швейцарскому франку. Позитивный рост наверх сохраняется, но вот необходимо все-таки, помните, я здесь рисовал диагональный треугольник, вот здесь вот, но вот пока что вот жду еще одного наката, может быть, здесь будет сформирована волна FIBA, то есть Вульфа, и уже только потом начало движения. Пока вне рынка буду наблюдать. На часовом графике, на 15-минутном графике, то есть на часовом графике, что здесь вот посмотрите. Разворот состоялся вот этого движения, но как-то не особенно активно народ хочет продолжать движение, да? Потому что здесь структуры нет, и лети себе, и лети наверх, но вот нет этого движения. И сейчас вот в этом откате, да, вот после обновления вершины на часовом графике, тенденция наверх есть, ну что, если пробития не будет, то наверх вставать только вот здесь, вот, ну как-то слишком тяжело это для меня такое решение принять. То есть и здесь надо покупать, да? Но лучше всего наблюдать на дневной разметке. Все-таки на дневном графике я буду ждать вот такого вот внятного коррекционного отката, вот такого хорошего падения. А на часовом графике, да, конечно, структуры внутренние есть. Вот этот тренд, вот он, да, есть структура. Здесь покупать, ну не знаю, я пока что воздержусь. Желания торговать нету, честно скажу. Покупать сейчас по новозеландцу, желания торговать нету. Уходим дальше в японскую иену. Японская иена. Дневной график вчера закрылся в самом низу. Недельный тренд сохраняется. Практически самым низам подошла цена. Вот здесь и произошло пробитие наклонной линии. Да? Характеризую идею о том, что коррекция, по всей видимости, наверх завершилась. Вот эта вот коррекция на дневном графике. Вот она, видите. Опять не подтвердилось мое направление, настроение на разворот тенденции вот после такого пробития линии тренда. Но в то же время, помните по канадцу, да, он точно так же свалился, показав сигнал наверх, и потом тут же резко отскочил наверх и обновил эту вершину. В принципе, это возможно, такое же движение наверх. Но пока такой ситуации, таких оснований для такого роста нет. Все-таки больше тенденции давит вниз, потому что если смотреть часовой график, вы увидите эту тенденцию, да. Ну, о каком развороте здесь можно говорить, когда тенденция имеет свойство ускорения, да, вот. Посмотрите, вот цена проваливается, консолидация без резкого отскока наверх. То есть здесь уже все, по всей видимости, отработали. Вот. Ну что, стратегия простая, ждем коррекцию. Помните, да, вот три волны, раз, два, три. Ну, соответственно, здесь уже раз, два, три. Единственное, раз, два, три, может быть, вот до этого уровня, да, вот сюда вот, может быть, три волны. То есть третья волна вот сюда может приподняться. Ну, тут просто очень, да, вот пусть эта коррекция растет вот до этой вершины. Да плевать, докуда она может расти. Главное, пусть она растет, главное, чтобы она не пробила вершину. И как только появляются заходные волны вниз, да, то есть движение вниз начинается, вот здесь, в принципе, можно будет продавать со стопом выше предыдущей. Либо ждите пробития опорной точки. Все, тут как вот здесь вот, пробитие опорной точки и сигнал для продажи, да, вот. И, соответственно, здесь, если вот так вот пойдет, если вы прям, скажем так, боитесь входить в рынок, да, ну тогда вот здесь при пробитии этого уровня можно вставать вниз. Надежный сигнал для продажи. Это японская иена. Я стою в продаже, позицию не закрываю. Надеюсь все-таки, что коррекция будет незначительная. Вот такая вот трехволновая. Если будет обновление предыдущей впадины, данной, я стоп перенесу за вершинку. Все, больше добавить нечего. А дальше золото, да? Золото сегодня консолидируется после хорошего подъема накануне. Дневной график позитивен для дальнейшего роста. Дневной график, часовой график стоит на самом пике, сигнализирует попытку ускорения тенденции. Но, к сожалению, вот здесь вот коррекционного ката не было. Рынок решил здесь, вот видите, сформировать коррекцию. Вот такое вот коррекционное движение. Вот. Ну, соответственно, что? Если цена скорректируется и возобновит подъем, свой подъем, да, вот отсюда сюда. Ну тут все понятно, вставай наверх вот, при пробитии этого уровня. Вот здесь вот.
вот этих уровней. То есть смотрите историю, вот идет цена в канале, да, вот в канале, вот идет коррекционный откат. Посмотрите, как рынок заканчивает коррекцию и возобновляет импульс. Да. Вот он коррекция, вот там пробой, не знаю, коррекционный откат и возобновление движения. Вот тоже такую же структуру ждите. Три волны, раз, два, три, раз, два, три. И в конце, как только третья заканчивается, возобновляется подъем, покупаем. Это тренд. Тенденция, импульсные волны. Кстати, сегодня у меня волны Лиота будут, очень актуально. Почему три волны? Ну вот об этом сегодня поговорим, коррекционном откате. Дальше смотрим последний австралийский доллар. И дальше я отвечу на ваши вопросы. Австралийский доллар, так же как и новозеландский доллар, в прострации полном, да, то есть сигналы и наверх, и вниз, то есть вот видите, шпилеобразное движение и вниз, и наверх, ну в общем, как бы сложная такая картинка. А если взять все-таки общее движение, видите, да, ну, пока что никакого разворота наверх нет, хотя вот здесь вот канал есть наверх, да, вот он. Но он реализовать себя до конца не может, потому что находится в нисходящем канале, вот. Если бы рынок здесь готов был развернуться окончательно, он как бы вот здесь вот, да, вот цена падала, сформировала второй канал, да, вот, вот он, только-только сформировал канал и сразу убежала наверх цена, видите, вот, сразу ушла наверх. То здесь вот, сформировав вот этот канал разворотный, а кстати, а вот эта линия, она неправомочна, нет, это неправомочная линия, то есть, первая попытка наезда оказалась неудачной. Да, горизонтальная линия актуальна. Почему я построил параллельную линию, сказать сложно. Да. Пока что нет, 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 нет. Никаких сигналов на разворот здесь нету. Наоборот, здесь как бы возможно такое продолжение тенденции. Посмотрим внутри нисходящего канала. Что-то я внимательно смотреть разметки. Вот. Да, наоборот, как бы настроение больше вниз, чем наверх. Это недельный график, дневной график. Вот посмотрите, была попытка продолжения тенденции, цена вышла за границу восходящего канала. Вот идет вторая, помните критерии, да, замедление. Замедление налицо, да, вот не дошла до цели. Коррекция, выход состоялся, состоялся. Вторая попытка наезда, формирование вершины идет, идет. Пока она еще не завершилась. И если цена с этого движения возобновит снижение вниз, ну тогда здравствуй, разворот тенденции и... Вот такое падение дальше вниз. Наверх пока движение не рассматриваю. Это у нас дневной график. Часовой график, даже не знаю, что вам посоветовать в этой ситуации, потому что, вот видите, идет попытка разворота тенденции вниз. Вот такое, да. Но пока вот эта вторая вершина еще не до конца не сформировалась. Тогда, соответственно, делаем решение. Если вы хотите прямо сейчас торговать именно по австралийцу, я вам рекомендую уходить вот в этот участок графика, вот в этот участок, правда не забывая общий график, то есть вот эту тенденцию рассматриваем на, скажем, 5-минутном графике. Вот. Пока тенденция эта наверх сохраняется, 5-минутная, вот она, да, вот она тенденция идет наверх, вот, раз, два, три, то есть раз, два, три, да. Соответственно, вот строим внутренний канал, вот он, да, вот он канал, он уже готов, видим, что тенденция наверх есть после обновления, это коррекционный откат, тем более там есть структура, соответственно, как только вот это движение завершится где-то вот таким образом, возобновится с этих уровней наверх движение, соответственно, можно покупать, вот как это было здесь, вот коррекционный откат вчера, помните, по австралийцу, здесь я покупал и, в принципе, забрал неплохо вот это движение по австралийцу, здесь покупал на пробитие. Вот то же самое можно ждать вот так вот, то есть на 5-минутном. Но в то же время, господа, пожалуйста, учтите, что это все в рамках попытки разворота тенденции вниз на часах. Видите, да, вот он, канал на 4-часовке. Вот, выход. Может, здесь сформирована вторая вершина будет сформирована с целью его окончания разворота вниз. То есть надо крайне осторожно торговать. Торговать надо, но крайне осторожно и, естественно, забирать свое, то, что дает рынок. И в то же время не торговать без стопов. Все. На этом я завершаю семинар, а теперь отвечу я на вопрос ваши. Наверное, у вас накопились вопросы. Да, кстати, мне посоветовали обратить внимание на, значит, индекс доллара. Но вот обратила сегодня внимание и в полной прострации. Посмотрите. Да, не путайте с другим словом, прострация. Вот здесь вот какая-то кривая, кривой график с какими-то дырами. Мне очень сложно пока определиться, что это такое, вот здесь то, что я сейчас наблюдаю. Вот здесь вот дыры какие-то достаточно существенные, да.
обновление вверх, обновление низов, вот как вот эта вся структура, вот здесь вот мне интересная ситуация, вот здесь вот надо будет разобраться, что это такое все здесь. Потому что, почему это очень важно, потому что вот в этом движении, которое мы сейчас наблюдаем, была обновлена предыдущая вершина и была обновлена предыдущая впадина. Так называемая расходящаяся формация. Но я не верю в эту расходящую формацию по одной простой причине. Вот из-за этих вот некорректных вот этих линий, то есть отображение графика. Вот здесь какая-то, чего-то здесь не хватает, да? Например, вот 15.03 и тут же 22.03. Вот как-то вот целую неделю здесь пропало. Ну, понимаю, конечно, может быть. Ну нет, ну не хватает каких-то вот здесь вот этих свечей, что-то вот криво все. Но в связи с этим, рассматривать текущую ситуацию лучше всего вот эту тенденцию, да, то, что мы сейчас видим. И здесь вот интересная такая форма клина, да, образовалась, обратного клина. Как правило, клин – это элемент разворота, продолжения тенденции. То есть, когда идет импульс какой-то, а потом формируется клин, как правило, это… То есть, если бы движение было бы вот отсюда наверх, и пробитие бы предыдущей впадины не произошло, то тогда можно было бы предложить, что это клин с целью дальнейшего роста наверх, вот так вот, то есть тенденция. То есть клин завершается, коррекционный откат завершается, вот, и давай здравствуй, тенденция наверх. Но вот здесь вот почему я говорю, что сейчас очень непонятная ситуация вот с этими вот графиками, как-то все криво, да, и поэтому говорить, что это коррекция. С другой стороны, тенденция вниз сохраняется и имеет форму расширяющейся формации, самое неприятное, да. Но в текущем моменте, посмотрите, здесь явно выражена трехволновая структура. Причем и до цели доходит наверху, и до цели внизу доходит. Вот как вот к этому относиться, достаточно сложно сейчас. Либо мы рассматриваем данное движение как аптренд, либо рынок мы рассматриваем движение как даунтренд, исходя из этой разметки. Сложно определить, надо посидеть, посчитать, посмотреть, и потом в дальнейшем я вам по этому поводу выскажу свое мнение. Сложно определиться. Так, вот поэтому по DAX, по индексу доллара пока что комментариев не будет. Так, ну что ж, давайте ваши вопросы, мои ответы, что сейчас происходит. Так, британец корректируется, подбирается к моим стопам. А, кстати, уже, по-моему, стоп вынесли, да? А, нет, живой еще стоп. Не забрал я прибыль, сейчас, наверное, меня снесет. Тенденция наверх сохраняется. Вот. А, уже выход состоялся из канала. Предварительно здесь была попытка ускорения тенденции, рынок, и этим ускорением мне так криво получается. Вот так вот. А, нет, была обновлена предыдущая вершина. Вот. Была обновлена. Вот. Ускорение, 3 добоя. Идет провал. И сейчас это характерно тем, что возможен небольшой подъем вот перед возможным еще более глубокой коррекцией вниз. И только потом возобновление подъема. То есть надо сейчас наблюдать за текущей ситуацией. Наверное, мой стоп сейчас будет снесен. Ну ладно, ничего страшного. Часовой график не реализовался обновлением предыдущей вершины. То есть вот эта вот структура на часовом графике была. Посмотрите, подъем не обновил предыдущую вершину. Сейчас, наверное, мой стоп будет снесен. Ну что ж, тогда, возможно, здесь будет и такой провал, сложно сказать. Но пока что все равно я буду покупать британца, если цена вот таким образом снизится ниже предыдущего, вот этого лоу на часах, да, я буду снова с удовольствием покупать британца против американского доллара. Так, дальше что у нас? Ваши вопросы, да? Так. О, как вы общаетесь между собой. Замечательно. Индекс АДП, я днем разочаровался, в общем, не отражает ситуацию перед нонфармом, честно говоря. Ну, как-то вот такое ощущение, что дополнительная возможность кинуть клиентов с этим АДП. Вот сколько раз убеждался, он показывает одно, а по факту получается совершенно другое. Так. Да, Михаил, вот Михаил как раз подтвердил мои слова по поводу АДП. Вот у нас одинаковое отношение к этим новостям. Хорошо. Так, новости, вопросов нету. Угу. Скиньте ссылочку. Ага, опционы.
Так, 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 так. Ага. У Михаила теперь появились свои ученики. Ну что ж, это замечательно. Замечательно, то есть отлично. Ага. Так. Так, ну как у вас тут? Марат, а вы не собираете статистику относительно эффективности закрытия ордера без убыток? Да, ну как выгоднее частично закрыть вторую? Ой, Валерия, вот по этому поводу я буду говорить в четверг. Хороший вопрос. Для меня это беда, просто забор прибыли. Но тем не менее, доходность по данной стратегии у меня зашкаливает больше, чем, ну не знаю, ну вы видите сейчас вот депозит у меня вот этот, которые демонстрируют, да, ну, сколько он процентов годовых получился, да, то есть уже больше, чем 100%, хотя если бы я там более дисциплинированно торговал, наверное, уже было бы где-то в районе $5000 этот депозит. Сколько раз я его уронял, по $1500 восстанавливал, то есть уже где-то больше $5000 был. То есть если бы я торговал бы правильно, то есть не нарушал свою стратегию, наверное, там был. Ну, тем не менее, вот так вот все получается, по-другому я не умею торговать. Так, дальше. Марат, может, вы прольете много света нам на СМИ? О, Евгений, это такой сложный вопрос. Вот Михаил, наверное, поможет вам со СМИ, да, может быть, он вам поможет. Потому что СМИ там такая тяжелая регистрация, там нужно смотреть за этими вещами, каждый день анализировать. Постарайтесь это сделать самостоятельно. И тем более, что у меня опыта большого нет по фьючерсам, да, и в этом плане я вам не помощник. Что вот нет, не получится СМИ, извините, Владимир, не получится. Вот, вот Михаилу, пожалуйста, вот, вот да, спасибо, Михаил, за помощь, за консультацию. Так, 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 вопросы, вопросы, вопросы. Угу. Вот, ну что ж. Спасибо всем за ваше присутствие на моем семинаре. На этом я завершаю его. Сегодня в 3 часа дня волны Лиота от неопытного пользователя волнами Лиота. То есть я не скажу, что я прям замечательный волновик. Я вообще не волновик по сути своей. Но пытаюсь в этом направлении работать, потому что это улучшает результаты торгов. Тем более отвечает моей стратегии, да, интересам моей стратегии. Все время с ним работаю. В основном, конечно, смотрю, брожу по форумам, смотрю, где собираются волновики, там пытаюсь как бы, вот, как бы обучаться этому. И я понял, что для того, чтобы эффективнее было, был результат, нужно самому пробовать, самому считать. Вот единственное, за что я уверен. Так что я не смогу вас научить пользоваться волнами Лиота. Единственное, я рассматриваю волны, показываю, рассказываю о своих волнах Лиота с точки зрения моего базового принципа. Вот, собственно так. Ну что ж, на этом завершаю семинар. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Желаем всем удачи. Приходите в 3 часа дня на волны Лиота. Тем более там интересные разметки получаются по фунту. Там. Посмотрим. С вами был Газизов Марат. До встречи.